Друзья, ну что же, дадим бой этим ворам и мошенникам и карманникам, кто залазит в наши сумки и украдет наши личные вещи, деньги и технику небольшую, да? Вот. Сейчас наконец-то пришел мой заказ, и я хочу сделать распаковочку замечательного рюкзака Anti-War, который, как заявлено, нельзя разрезать. В него нельзя проникнуть своими вот подлыми ручонками, этим мошенникам, карманникам, ворам, чтобы вы не почувствовали этого. Ну что же, сейчас мы сделаем распаковочку этого чудо-рюкзачка. Посмотрим, какой же он на ощупь, какие у него есть фишки, какие есть преимущества. И такой ли он замечательный и не способный ничего не отдать этим товарищам, которые работают в нечистую. Ну что же, вот она, замечательная коробка с сумкой, с рюкзачком Anti-War, Anti-War Backpack. Так, ну что же, коробочка такая достаточно вместительная. Здесь уже указаны его, скажем так, преимущества и его фишки, да? Понятно, что здесь уже можно понять по этим картиночкам, эмблемам, что все-таки не промокает. Открывается как чемоданчик. Потом еще есть у него портал для USB, чтобы у нас портативный аккумулятор был в рюкзачке. И мы спокойно могли от рюкзак уже заряжать с помощью тоже нашего зарядного устройства, уже включенного в USB провайдер. Вот. Ну, также понятно, что тут уже сделаны какие-то замки, а также его не прорезать. Ну и вот он, его символика этого товарища, который показывает нам, что вот эти люди его не возьмут. Ну что же, давайте сделаем распаковочку все-таки. Посмотрим, что у нас внутри. Так. Ну, что мы первое видим, он находится у нас в таком пакете защитном. Опа. Освобождаем от этого пакетика. Данный вид рюкзачка, правда, у нас будет с небольшой маркировкой Лукойл смазочной системы. Это подарок, так скажем, от компании. Вот, Genesis, Лукойл масла. Ну, что мы, в принципе, видим? Ну, естественно, стоит обратить внимание на различные бейджики, бумажечки, формулировочки. И здесь вот что самое главное, что с чем придется столкнуться: кто-то заказывает недостаточно, скажем так, оригинальные вещи, и здесь есть такой код, штрих-код, и по нему можете пробить на сайте и уже убедиться то, что это все-таки настоящий оригинал, а не какая-то фейк подделка так, ну что же, так, первое, да, с виду здесь гладкая такая кожаная поверхность нанесена. Это неоновый отражатель, когда вы в темноте едете ночью, и все-таки светодиод такой позволяет вас увидеть водителям, пешеходам даже, дать знать, что вы все-таки двигаетесь в темное время суток. Вот. Здесь же опять же видим, что он достаточно такой тверденький, то есть так просто его не сомнешь. Особенно это будет в плюс, когда у нас внутри лежит техника. Так, ну что же, смотрим, где же у нас открывается. Открывается у нас в внутренней части со стороны спины, так скажем, да, когда у нас будет. Открывается с замочками. Два замочка, которые открываются до прямо конца. И мы открываем рюкзак. Что же мы видим внутри рюкзачка? Сейчас мы откроем пошире. И так вот он открывается.
И что же мы видим? Здесь еще у нас еще есть такая заклепочка с липучкой, чтобы он до конца так не открывался. Но в данном случае мы его тут отстегнули, убрали, чтобы лучше показать. Итак, внутренняя часть у нас состоит из такого подсумочка, в котором, ну, будет удобно держать либо какие-то деньги, документы в особенности, чтобы они у нас нигде не валялись, не помялись. И здесь такое покрытие, что в принципе не даст промокнуть, даже если очень сильный ливень будет. Здесь еще позади него находится такой кармашек. В нем тоже можно хранить какие-то, даже бумажник, кстати, портмоне войдет. Здесь у нас для ручек или еще каких-нибудь подобных вещей, которые могут влезть вот такие вот державочки-резиночки. Места для портативного аккумулятора, кстати, очень хорошо подойдут. Даже сейчас мы просмотрим, поверим. Но достаточно для моего прям как раз. Прям тоже, кстати, укоил. И прям как раз. И смотрите, сейчас заодно мы возьмем как. Есть здесь штекер уже, который у нас идет в комплекте с рюкзаком. Мы его помещаем. Опс, включили. Да, и все. И здесь он, получается, весь провод, кабель проходит через рюкзак. И что мы получаем? Так, где он у нас? Где он у нас? О, товарищ. Я уже потерял. Так, и вот смотрите, вот и выход уже. То есть мы идем, одевая его, не расстегивая. Нам нужно зарядить телефон или еще что-то, планшет. А он у нас разрядился. Не доставая, не расстегивая рюкзак, мы просто берем кабель, включаем его в этот USB-портал. И все, все, зарядочка пошла. Не нужно ничего доставать, не светить внутренностями своего прекрасного рюкзака и все, что в нем находится. Так, это пока уберем. Так, ну что ж. Далее у нас еще сбоку находятся такие вот тайные кармашечки. Но это уже с внешней стороны, это не внутри рюкзачка. Два кармашка с одной и с другой стороны. Так, что же у нас здесь? А здесь у нас еще отсеки для... Здесь, так я так понимаю, влезет какой-нибудь небольшой планшет. Здесь уже ноутбук, ну или MacBook, кто с чем ходит. Достаточно объемный карман и тоже с двумя такими резиночками, чтобы он у нас фиксировался и держался. А, тут даже все указано. Это для ноутбука, это для планшета. Все, так он закрывается. Так, у него еще одна фишечка. Даже не одна, две. И на, получается, на лямочках есть такие вот кармашечки для какой-нибудь карточки. Сейчас мы возьмем вот абонемент и спокойненько помещаем сюда. И не нужно никуда тоже доставать, это все будет перед нами и никуда не денется. То могла быть банковская карта, проездной в метро или еще что-то подобное. То есть очень удобно и очень продуманно сделано. С этой стороны у нас находится лямка. Находится отсек тоже для документов или денег, который будет у нас прямо за спиной, между рюкзаком и спиной. Обратите внимание на поверхность с задней стороны сумки, которая находится у спины. Она очень мягкая, очень продуваемая. За счет вот этих сеток воздух гуляет и не дает нашей спине потеть. Она дышит воздухом, понимаете, который так необходим. Также очень удобная здесь рукоятка, которую можно нести. Ну что же, друзья, вот такой небольшой обзор на подобный рюкзак Antivor. Я его еще не испытывал, испытаю его только через месяца два, когда, я надеюсь, откроют границу и все-таки мы уже в путешествиях его испытаем и с ним походим. Пока по нашему городу и по нашим улицам просторным, родным Екатеринбурга, пока я носить его не буду, и мне хватит моего найковского рюкзачка. А вот этот, думаю, в поездке с техникой какой-то очень пригодится. Вот. Так что так вот. Ну что же, потом в дальнейшем я расскажу свои впечатления о нем, а пока вот такой небольшой обзор этого рюкзака. Цена его составляет примерно варьируется от 5 до 7 тысяч рублей. То есть в зависимости, где вы его заказываете, в каком магазине, на каком сайте и так далее. Так что так вот. Ну что же, всем
хорошего было, надеюсь, просмотра. А я надеюсь, это видео будет полезным. Что же, ну все, всем peace, пока!